Жителей Самары приглашают участвовать в заочном конкурсе фестиваля авторской песни Гренландии имени Иосифа Кобзона. Об этом сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Конкурс стартует 15 ноября. В этом году он посвящен 80-летию победы над фашистскими захватчиками и вдохновлен известной песней из фильма «Щит и меч». Заявки принимают до 30 марта 2025 года по электронной почте, указанной на экране. Каких правил необходимо придерживаться пациентам с диагнозом сахарный диабет, рассказывает администрация железнодорожного района. Нужно питаться продуктами с ограниченным количеством углеводов, сахара, насыщенных жиров, быть физически активным, не менее 150 минут физической нагрузки умеренной интенсивности в неделю, отказаться от употребления табака и алкоголя, снизить вес на 10% при избыточной массе тела и ожирении, проводить регулярный самоконтроль глюкозы крови, принимать сахароснижающие лекарственные препараты по назначению врача. Дети в возрасте до 18 лет могут являться собственниками движимого и недвижимого имущества. В случаях отчуждения такого имущества законные представители должны получить разрешение органов опеки и попечительства, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки. За разрешением можно обратиться в отделение МФЦ. Контактный телефон указан на экране.